Донецк все так же в огне. Артиллерия оккупантов нанесла мощный удар по городу. Украинские оккупационные войска совершили обстрел жилых районов Донецка из РСЗО «Град». Снаряды попали в жилые 9-этажные дома. Начался пожар. Удар был нанесен из сектора между Марьинкой и Красногоровкой, который находится под контролем украинских войск. Больше всего пострадал на этот раз новый текстильщик. На улице Терешковой, около дома номер 20, во дворе горел микроавтобус. Также был пожар в доме номер 26. В доме номер 28 взрывом выбило стекла. Прямым попаданием снаряда в дом номер 30 разрушена квартира на 8 этаже. Еще один снаряд попал в дом номер 29. На улице Жарикова, 25, снаряд попал в первый подъезд, 6 этаж. В доме номер 11 взрывом выбило стекла. Несколько мощных взрывов прогремело в районе Магистральной. Со стороны Авдеевки каратели ведут обстрел в направлении Киевского района. Со стороны Орловки украинская армия ведет минометный обстрел в направлении Терекона шахты Панфиловская. Она полностью пролетела через всю комнату. По данным МЧС, в Куйбышевском районе Донецка вследствие попадания снаряда произошел пожар в доме номер 44 по улице Рабфаковской. Погибших и пострадавших нет. В Кировском районе по улице Терешковой сгорел автомобиль «Газель». Погибших и пострадавших также нет. В Петровском районе на улице Постройкомовская произошел пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета в двухэтажный восьмиквартирный жилой дом номер 1. В результате пожара пострадали две двухкомнатные квартиры на первом и втором этажах. В Докучаевске по улице Мира в частном жилом доме номер 33 разрушена кровля, нарушенная стена. Погибших и пострадавших также нет. В Горловке в Калининском районе по улице Швидкова от попадания снаряда загорелся восьмиквартирный жилой дом номер 12. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.